Международный семинар «Жизнь геномов» уже можно смело назвать традиционным для Казанского университета. В очередной раз на площадке вуза данное мероприятие начало свою работу. В этом году его программа включила в себя обзорные лекции ведущих зарубежных и российских ученых о современных исследованиях в области активности генома, методологические семинары в доступной форме о применении методов генного и геномного анализа в биологии и медицине, сессия для молодых ученых, где каждый получил возможность рассказать о своих научных исследованиях. Это уникальная возможность собрать в Казанском университете представителей ведущих лабораторий, которые работают с большими базами данных и уникальными подходами, позволяющие анализировать биологию и медицину клеток и тканей, в общем-то, организмов на уровне всего генома, то есть такие большие объемы данных. Как отмечают организаторы, семинар уже стал одним из брендовых мероприятий, проводимых Казанским федеральным университетом, и является прекрасной возможностью для других коллективов университета присоединиться к научной работе. Все иностранные участники максимально настроены на сотрудничество с КФУ. Представлялись данные, которые получены с непосредственным участием молодых ученых из Казанского университета. То есть в этом плане можно сказать, что это международный симпозиум, который предоставляет результаты работы казанских ученых в том числе. Заметим, семинар «Жизнь геномов 2018», который проводится в рамках совместного российского-японского гранта Российского научного фонда, имеет цель стать не только площадкой для партнерского диалога, но и повысить внутриуниверситетскую коллаборацию. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.